Здравствуйте, дорогие рукодельницы! С вами Светлана Амельян и мое видео в поддержку проекта «Квадрат Некрасовой», где мы объясняем, как превратить прямоугольник в дизайнерское изделие. Сейчас мы сделаем платье, у которого будет понизу баска. И мы их сейчас обработаем для того, чтобы они получились баску. Причем платье будет хитрое. Оно будет снизу, сзади более короткое, более длинное, чем спереди. Именно на длину вот этой баски. То есть вот эта баска у нас в платье спереди поднимется ровно настолько, насколько у нас вот это будет вот эта оборочка. А все складки у нас будут заложены вот здесь вот по животу с помощью небольшой планочки, которая будет у нас вот так вот наше платье поднимать и поддерживать. Я отрезаю планку нужной мне длины по долевой нити. Сшиваю баску, соединяю фрагменты баски для того, чтобы она у меня стала одним полотном, прошиваю по линии сложения и дальше либо обметываю, либо прошиваю еще раз по лицевой стороне для того, чтобы закрепить шов, чтобы он у меня не разошелся. Если ткань сыпучая, надо обметать все-таки на машинке. После этого приступаю к раскладыванию складок, определяюсь, я делаю на глазок, определяюсь из соразмерности с длиной моего подола. Так как у меня разложенное платье, то мне это очень легко делать. Если же у меня платье было бы готовое, то я бы точно так же, в принципе, вокруг него обкладывала, исходя из половины. Вот я все складочки заложила, у меня получилась вот такая баска. И дальше мне важно определить ту высоту, на которую мы будем свое платье по центру стягивать. Определяем, насколько мне нужно уменьшить перед. Вот эта точка, я ее закалываю булавочкой. Это моя метка. Дальше складываю по платью пополам для того, чтобы найти середину моего платья. Это будет местоположение вертикальной планки. Я просто прочной ниткой прометываю, потому что дальше мне нужно будет в этом месте сделать стяжку, стянуть, чтобы создались складки. Прометываю как можно более мелко, для того, чтобы складки легко распределялись потом. Беру бумажным скотчем, определяю ту длину, которая мне нужна, вот как раз по мою булавочку, закрепляю на верхнем конце скотч, а с нижнего края я просто ниткой стягиваю и создаю складки той формы, которые мне нужны. Сверху у меня скотч уже закреплен, закрепляю снизу и распределяю складки внутри в той форме, в тех местах, которые мне нужны. Скотч очень хорош тем, что как только я его прижал, он у меня все зафиксировал, в отличие от просто сметки на нитку. Все, складочки у меня улеглись, мне остается только чуть-чуть закрепить снизу, чтобы нитку не повело, пока я буду с платьем заниматься пришиванием вертикальной линии. После этого я мою завязку, которая будет у меня планкой по центру, я ее отутюживаю, складываю в той ширины, которая мне нужна, чтобы срезы ушли внутрь, обрезаю лишнее, накладываю по центру, обрезаю хвостик, который мне нужен будет для того, чтобы у меня были завязки спереди и сзади, пришиваю и прикладываю к тому месту, где у меня будет пришито. Дальше остаток моей вертикальной планки накалываю по центру, чуть-чуть захожу вниз, чтобы можно было сделать подгиб, прикалываю и точно так же все это пришью. Единственное, нужно сделать так, чтобы мои завязочки были прошиты предварительно, чтобы планка, которую мы сделали подгибом навязанном изделии, чтобы она не прошивалась. В этом случае смотреться будет лучше. Вот эта булавочка у меня как раз ограничивает то место, дальше которого я уже прошивать не буду. Вот я в этом месте застрачиваюсь, соединяю обе мои завязки. Они у меня закрепились, а дальше я по правой и по левой стороне моей вертикальной планки прохожу вверх-вниз на расстоянии 1 мм от края. Таким образом у меня планка закрепляется, складки у меня держатся с обратной стороны скотчем, и у меня в таком случае ничего не поведет, я могу очень вольно обращаться с трикотажем. Но у скотча есть неприятная особенность, его достаточно тяжело потом выковыривать из
линии, по которой мы пришили, и поэтому нужно быть к этому готовым. Из швов. Но зато у нас получилась очень красивая, аккуратная вверх. Дальше распределяем баску по центру, накладываем самое высокое место, это то место, где у нас на платье наоборот выемка. Прикалываю, остальные складочки распределяю в обе стороны, подкалываю, и можно наложить скотч, чтобы их уравнять, чтобы они их не повело. Но так как я достаточно хорошо шью, то я не буду при сшивании растягивать. Я буду аккуратно идти, и у меня подол не потянет. Можно сделать с подгибом, можно сделать, обметать край, но все эти мероприятия, они будут делать край более жестким и более оттопыренным. Поэтому, если мы делаем временный декор, то, в принципе, можно сделать чуть-чуть больше вот такой как бы подгиб, больше ткани завести внутрь, чтобы не нужно было волноваться, что он посыпется или каким-то образом отвалится. Прошиваю по изнанке, и дальше нужно обработать все-таки нижний край нашей баски. Я ее просто подгибаю на 0,5 сантиметра и прошиваю по краю. Можно было это сделать предварительно, можно сделать уже потом, когда платье подшито. Все, декор прямоугольника закончен. Мы получили дизайнерское изделие с замечательными завязками сверху, которые держат по груди, и с баской, которая может быть разной длины. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь видео, нажав на кнопки соцсетей. Ждем вас на наших открытых мастер-классах по развитию вязального креатива.